К нам обратились Николай и Любовь. Не так давно они потеряли родителей. Александр и Людмила Усольцевы тяжело болели коронавирусом. И, по мнению их детей, должного ухода за больными врачи не оказали. Сейчас дети пытаются восстановить справедливость, но уже в память об отце и матери. Свою историю они готовы рассказать публично. В июле месяце отец заболел. Заболел, простыл, как он считал. Пришел врач. У отца взял анализы на ковид. В общем, как бы особого лечения такого не назначалось, и ничего ему анализы взяли. В общем, сказали, будет готово через неделю. Когда отцу вызвали врача, маме тоже уже было плохо. Мы как бы сказали об этом врачу. На следующий день пришел врач с местной амбулатории и сказал, что у вашего отца анализ отрицательный на ковид, то, что у него простое простудное заболевание. Через день приехали, у мамы взяли анализ также, когда мы уже настояли, что как так, отец вот болеет, да, а мама вот у нее, почему не берете-то, а у нее она плохо себя тоже чувствует. Взяли у мамы анализ, то же самое, поехали в КРН, в больницу, сделали снимки, флюорографически сказали, что все хорошие анализы, ничего такого страшного нету. У отца там было поражение 15% легких было. У мамы было все нормально. Там после этого они как бы порекомендовали лечиться вообще дома. Ну, не рекомендовали оставаться в больнице, проходить лечение на дому. А в этот же день я вот их с Аршаном привозил в КРН, в больницу забрал их, повез обратно в Аршан. Доехав до Аршана, в общем, отцу стало плохо. Он опять упал на кровать, в общем, у него поднялась высокая температура. Я настоял на том, чтобы отец собрался, в общем, обратно и поехали ложиться в больницу. Кнопка, на которую нажимать будем? Кнопка, она не рабочая. Не знаю, нажимали, что-то никто еще не пришел. Пришли, здесь никого нету. Сами легли. Отправили, сами легли, лежим. В туалете света нету. КРН, инфекционное отделение, фильтрационный какой-то бокс, больница КРНская. 6 дней Александр и Людмила Усольцевы провели в больнице в КРНе. По словам врачей, они шли на поправку. Однако на 6-й день санавиации пришлось экстренно эвакуировать их в Улан-Удэ. Дети заметили, что родителям стало намного хуже. В Улан-Удэ папу сразу поместили в реанимацию для лечения. Была жалоба у мамы на то, что вот у нее поднялось давление. Она мне как-то звонит вечером и говорит, дочь у меня, говорит, хотела покушать, принесли, говорит, как раз таблетку от давления. Я пока ее сглотнула, все, лежала, попросила девочек не убирать ужин. Пока повернулась сбоку, ужин уже унесли. Значит, я говорю, мам, ты что, так и не покушала? Нет, я, значит, звоню на вахту туда девушкам. Они говорят, что сейчас мы разберемся, принесут ужин. После этого опять позвонила маме. Мама сказала, что нет, не принесли, сказали, нету ужина. Дети со слезами на глазах вспоминают, что происходило с их родителями в том госпитале на Солнечной. По словам детей, Людмиле не давали воды. Александра привязывали к кровати, а после нескольких дней пребывания в больнице диагностировали истощение. Дети сами покупали для родителей лекарства, но и те, как говорят Любовь и Николай, не использовались по назначению. Даже оборудование им приходилось самостоятельно искать в других клиниках, за что они не раз получали упреки от врачей. Считаем, что вот их неправильные действия врачи повлекли тяжелые последствия, вот смерть наших родителей. Мы еще обращались в Минздрав к Лудуповой. Было понятно, что она свою цель преследует, узнать, что мы, какие претензии имеем в виду. Она пообещала, что через 3 недели она пригласит нас, служебную проверку проведут, разъяснит нам, что из чего и как провели они проверку с экспертами, все. Однако этого не последовало. Сейчас Усольцевы работают с юристом и надеются, что в скором времени врачи ответят за случившееся. Также они создали чат в социальных сетях, в котором уже более 100 человек с похожими ситуациями. Валерия Сидоренко, Владимир Попов, телекомпания АТВ.